Отже, доброго ранку, радий вітати вас. Ну і, звичайно ж, нашим телеглядачам готовий представити Олену Рудкову, голову управління Миколаївського обласного благодійного фонду «Соняшник». 15 лютого в усьому світі відзначається День солідарності із онкохворими дітьми. Стосовно цього Дня солідарності, що можна розповісти? Можливо, якась історія, передісторія? І як в Миколаєві фонд «Соняшник» нагадує про цей день усім містянам? З 2001 року по инициативе Всемирной конференции детских онкологов и родителей, чьи дети болеют раком, было решено, что в этот день весь мир, более чем в 40 странах мира, в том числе Украина, будет говорить об этой проблеме, которая крадет жизни детей. И, конечно же, и наш фонд не может остаться в стороне от такой проблемы, и он солидарен и с всем миром, и с детьми. Как мы проводим? Ну, мы являемся голосом в этот день, да, детей, страдающих онкологией, их родителей. И мы хотим напомнить всем, что эти дети есть. Мы проводили несколько фотовыставок, и будет она и в этом году. Мы, как правило, ее называем «Мы есть». Мы хотим сказать, что эти дети есть. Вы знаете, я обратила внимание, даже не все жители города Николаева знают, что в нашем городе есть детское отделение онкогематологии. А тем более, значит, они не знают, что эти дети есть, и им нужна наша с вами помощь. Вот в первую очередь мы напоминаем, что о том, что эта проблема существует на самом деле. По поводу статистики, если брать, например, Николаевскую область, да, со всей Украиной, насколько здесь, скажем так, плачевная ситуация, в чем нуждаются дети, есть ли какие-то проблемы острые, которые нужно решить, но, к сожалению, многие года они не решаются? Ну, естественно, нельзя, плачевная ситуация во всей Украине и в Николаеве в том числе. Наверное, все-таки в Киеве ситуация получше, потому что с определенного момента стремятся мамы, у кого есть такая возможность, вывести детей в Киев, а потом, соответственно, и за границу, если есть такие показания. Вот. В Николаевской области на учете онкогематологии стоит более 50 детей. Это очень много, от новорожденных, от трехмесячных до 18 лет. В отделении постоянно на данный момент около 20 человек находится. Но я вам хочу сказать, что в последний год ситуация чуть улучшилась. То есть финансирование основных лекарств государством проходит лучше. То есть есть такие необходимые лекарства. Но тем не менее, очень дорогостоящие, очень такие химиотерапии, ее нет. И приходится родителям покупать их самим. Статистика, что в среднем на одного ребенка в день идет затратность от 20 до 40 тысяч гривен. Можете себе представить, естественно, сумма государство большая, не покрывает. Ни одно государство мира, я вам хочу обратить внимание, не покрывает 100% лечение онкобольных людей и детей в том числе. Даже в очень развитых странах мира, как Германия, как Соединенные Штаты Америки, на лечение этих детей также идут благотворительные средства, средства общественности, а уж в Украине тем более. По поводу вот работы благотворительного фонда, как вы находите этих детей, и вы напрямую работаете уже с больницей? Мы работаем напрямую с больницей, то есть мы очень активно помогаем и отделению онкогематологии непосредственно, то есть у нас адресная помощь для детей, у нас есть адресная помощь для отделения. И, соответственно, оттуда мы и узнаем о нуждах. У фонда есть какие-то, возможно, проблемы, с которыми сталкиваетесь на сегодняшний день? И насколько люди отзывчиво идут, есть ли вот те добрые сердца, которые готовы помогать детям, и вы знаете, что вот можно обратиться в любом случае? Безусловно, основная проблема фонда – это нехватка средств. Безусловно. И в последние годы мы, наоборот, это ощущаем больше. То есть падает уровень жизни населения, падают... Чем лучше люди живут, да, материально, чем меньше они думают о хлебе насущном своем, тем они больше готовы думать, да, о помощи другим людям. И сейчас, конечно, мы ощущаем. А все-таки основная масса потоков пожертвования в фонды идут от граждан. И мы очень сильно ощущаем эту нехватку. Проблема фондов, и не только нашего, это волонтеры. То есть это люди, которые бы нам помогали. То есть не хватает
рук, так скажем, рабочих, да, которые готовы помочь. Которые готовы работать безвозмездно, да, на добровольных началах. Ну и в отделении очень много проблем. Они, конечно, обращаются к нам, запросов у нас очень много, и мы хотим их все помочь, как-то на них отреагировать, но бывает очень сложно. Это наша основная проблема. Но, естественно, людей отзывчивых очень много. Очень много. Вот мы совсем недавно, 2 февраля, провели в Русском художественном Николаевском академическом театре спектакль, который был посвящен, спектакль не был посвящен этой проблеме, но мероприятие было посвящено именно проблеме, да, в преддверии 15 числа, и со сцены основатель нашего фонда и художественный руководитель театра выступали и говорили об этой проблеме. Мы когда продавали, реализовывали билеты, люди знали, куда они идут и почему они покупают этот билет, что это, и был полный зал. Был полный зал. Ну да, потому что цена билета, как бы, это то, что может каждый себе позволить, тем самым внести какую-то лепту в помощь детям. Каким образом еще собираются деньги? И если вот есть зрители, которые хотели бы помочь, как есть возможность контактироваться с фондом? Возможно, где-то есть вот центры, либо стационарные волонтеры, которые могут принять эту помощь? Ну, естественно, если сейчас, пожалуйста, звоните в редакцию, вы дадите, я так надеюсь, наши контакты. Потому что я сегодня еще, если будет время, поговорю, попрошу о помощи, так скажем. Во всех социальных сетях есть наши координаты, и в Одноклассниках, и в Facebook, и контакты, у нас есть сайт, куда вы можете зайти, увидеть наши расчетные счета и увидеть. Мы отказались в этом году от копилок, потому что копилки в последние годы немного дискредитировали себя, и население... Это большая, между прочим, проблема для каждого фонда, потому что люди, которые просто на этом зарабатывали, просто ухудшили состояние жизни тех фондов, которые реально помогали. Да, да, и мы пока отказались на время, чтобы не раздражать наших горожан, вот, не дай бог, чтобы отказаться от этой практики. Поэтому только все через счета, через счет фонда. И акции. То есть мы организовываем акции большие, вот как мероприятие, весь год мы будем работать с театром. Сейчас у нас будет проходить фотовыставка, как бы это ни звучало странно, в Хинкале на Советской. Да, многие говорят, ну как фотовыставка, дети, и люди будут кушать. Вы знаете, мы обращаемся к многим. И у нас нет комплексов по поводу того, где будет размещена, что это за площадка. И если людей, да, будет смущать, что они кушают, а висят фотографии детей, что уж говорить, если эти дети придут, да, в заведение. Ну да, будут кушать, да. Да, поэтому я не вижу в этой проблеме, пожалуйста, приходите на нашу фотовыставку, там будут дети, которые представлены, очень красивые фотографии, которые побороли онкологию, что очень важно, это очень важный посыл для тех, кто борется с ней, и мотивация, да. И мотивация. Там будут дети и других категорий, не только онкохвори. Поэтому вот такими, вот таким образом мы заявляем себе, и люди уже сами, то есть всегда цель нашего фонда, неоднократно я говорила в этой студии, что фонд не должен стоять с протянутой рукой, да, и просить, к фонду должны приходить осознание, гражданская позиция должна быть у населения, да, с пониманием и доверие той проблемы, которая на самом деле существует, с которой вы стараетесь бороться постоянно и ежедневно, тем более, что вот судя по статистике, около 50 детей, это очень большое число. По поводу акции, вы говорили, что на протяжении года будете работать с Русским театром, будут выставки, какие-то уже конкретные есть мероприятия, которые уже знаете во сколько и когда будут, и вот по поводу фотовыставки, когда она именно стартует? Она стартует с субботы, то есть я так надеюсь, что мы к концу пятницы мы разместимся, и в субботу, пожалуйста, приходите, приглашаю вашу съемочную группу обязательно, и всех жителей города Николаева, пожалуйста, придите и посмотрите на нашу фотовыставку «Мы есть». Это будут подопечные нашего фонда, дети, которые побороли страшные заболевания, онкологию, дети, которые с другими проблемами борются, им нужна иногда финансовая поддержка, иногда просто моральная поддержка. Понимать, что ты не один. Да, понимать, что ты не один. Вы знаете, если опять-таки вернуться к детской онкологии, это очень коварное заболевание, и еще к нему невозможно быть готовым.
Еще вчера ваш ребенок мог кататься на качели, ходить в детский сад. Все было замечательно. А сегодня он оказывается в нашем отделении, напичканный иголком, с щечками от гормональной терапии, лысый. И вы не знаете, куда вам бежать за деньгами, к кому обращаться. Поэтому, когда вы слышите призыв о помощи, вы должны понимать, что должна быть взаимовыручка в этой ситуации. Будем надеяться, что ситуация будет исправляться, и, конечно же, все зависит от общего финансового состояния и в стране, и, соответственно, граждан. Будем надеяться, что... Можно очень быстро? Да, конечно же. Да, у нас в отделении появился маленький мальчик, 3,5 года, чтобы, извините, диагноз сложный, чтобы я не ошибилась. Сазоненко Александр, и ему необходима химиотерапия. Он с области, с многодетной семьи, у родителей 5 деток. И вот они даже поздновато обратили внимание на проблему своего сына. У него имбрибиальная саркома кожи мошонки. Он перенес уже 2 операции. У него метастазы. И необходимо лекарство, это химиотерапия, космоген. Необходимо 18 ампул. Ампула стоит 3000, одна ампула 3100 гривен. Почти 60 тысяч гривен нужно этой семье. Это лекарство не зарегистрировано в Украине, поэтому государство не может его предоставить. Его необходимо купить, и еще не так просто его купить. Но по всем протоколам этого заболевания оно назначено. Вот такая вот в нашем государстве интересная незадача, бывает, да, ситуации. Поэтому мы сегодня едем, мы 2 ампулы сегодня, наш фонд, у нас есть резерв. Мы выкупаем на 6200, а дальше мы обращаемся, пожалуйста. Очень сложная у ребенка ситуация, ни одного дня нельзя промедлить, потому что мы обращаемся ко всем жителям города Николаева. Да, друзья, если есть возможность у вас помочь в этой ситуации, обращайтесь. Еще раз напоминаю, что во всех соцсетях у вас есть возможность зайти и увидеть контакты, либо позвонить к нам в редакцию. Маковайский областный благодейный фонд «Сонечник». Так и подписано во всех соцсетях, поэтому, друзья, не медлите. Я думаю, что если есть возможность помочь, стоит это сделать. Тем более в преддверии такого дня, праздника, когда да. мы должны... Это не праздник, это день. Я имею в виду и в преддверии Дня любви, да. когда все да, должны да, сказать, да, да, и, давайте. Конечно же, в преддверии Дня солидарности. Да. Поэтому я думаю, что это хороший будет повод и для себя лично сказать, что есть у меня гражданская позиция, я Безусловно. Могу помочь, и я помог. Нагадаю еще раз, что у нас сегодня в гостях была спивоорганизатор, спивзасновник, глава правления Олена Рудкова, глава правління Миколаївського обласного благодійного фонду «Сонячний». Дякую вам за те, що Спасибо робите вам. Непросту справу в наші дні. Не залишайтеся небайдужими. Вам наснаги, звичайно ж. Не будемо сподіватися, Спасибо. Що сьогоднішній ефір допоможе в реалізації тих справ, які ми намітили під час спілкування.